Привет, ты на канале ProGavto. Меня зовут Юра, и сегодня мы поговорим об изменениях комплектации пакета для Шкоды Фабии на 2019 год. Шкода Фабия предлагается в двух комплектациях – Ambition и Style. Также для нее доступны два кузова – это хэтчбэк и универсал. Разница около $1000. Пакет Ambition включает в себя бортовой компьютер MaxiDot, центральный замок с дистанционным управлением, информационное радио Swing и малый кожаный пакет – руль с управлением для радио. Это будет стоить $541. В пакет Style входит бортовой компьютер MaxiDot, двузонная система кондиционирования Climatronic, малый кожаный пакет управления для радио и Bluetooth. Будет это стоить $468. На модель Skoda Fabia также распространяется 2 года гарантии без ограничения пробега. Для модели Fabia предлагается 1-литровый турбодвигатель на 95 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также есть литровый на 110 сил с 6-ступенчатой механикой. Также доступен двигатель 1.6 на 110 лошадиных сил с классической 6-ступенчатой коробкой передач. И есть литровый турбодвигатель на 110 лошадиных сил с 7-ступенчатой коробкой DSG. Если вы ищете небольшой экономичный хэтчбэк для города, приходите к нам в салон, и мы поможем вам выбрать такой автомобиль. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, пиши комментарии, если появились вопросы. До встречи!